Так, всем привет. Мы продолжаем проходить замечательную игру Far Cry 3. Джейсон Броуди. Наш главный герой. Так. Тимодите. Поехали. Всем приятного просмотра. Хорошая погодка. Оп, твою мать. Засмотрелся на пейзажи. Так, приехали. Эти растения и животных. Каких? Так, нам надо собрать растения и кабанов убить. Ну, типа обучающая миссия. Да. Так, ты справишься. Попался. О. Растения. Так, нам нужно кабана найти. Кабаны, выходите. Так, вон там еще растение. Ага. Так, а туда как попасть-то? Надо в обход идти. Да. О! Замечательно. Так. Что тут? Какие-то еще? Ага. Че это драгоценность или где-то? Чемоданчик, короче. Блин. Так, кабанов мы взяли. Опа! Здорово! Возьму еще. Пригодится. Так. По мини-карте я вижу. Здесь. Так, надеюсь, здесь акул нету.
Хорошо. Я не понял, голубой лист. И надо еще. Где? Голубой лист. Где мне его взять? Я чё? А, у меня рюкзак что ли переполненный? Блин. Твою мать. Ты чё? Зелёный лист. Так, самое дешевое чем-нибудь выбросить. Вот. Блин, я чё? Из-за этого я не мог взять, наверное, сука. Твою мать. Во. Да. Надо рюкзак прокачать. Ладно. Так, быстрое перемещение. Так, карту надо, карту. Сюда, да? Так. Выходим. О! Обезьянки бегают. Так, идем на миссию. Здорово. Теннис, растения и животные у меня. Класс. Подчини природу своей воле. Я научу. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Все. Так, чё? Я же приготовил. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные Блин. Растения в лесах. При удаче. Верь, используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Вот Ремесло то, что надо. Поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. Mm-hmm. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина.
ты шкура тапира надо. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных сапля, областях. Акула. Я научу тебя захвату. Паук. Так. Это что? Быстрая ветка. Так, вот это надо взять. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Так, выбирать... Чей? Давай это возьмем. Хорошо, Джейсон. Татау... Возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. Ну, пошли быстрее. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст их доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. Это разница. Приехали. Приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Деннис дал тебе татау. Теперь ты должен драться. Друг, ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Так, выбирай. Идем на аванпост. Так, выбор оружия. У меня сейчас оружия-то нету ни хера. Лиза, у меня я только иду. Пистолет. Лиза, я иду. Понятно. Жопа мира. Так. То, что надо. Удобно. Оп. А ну-ка иди-ка глянь, что там. Солнышко печет, хорошо. Найди работу, найди работу. Заткни торта, ты пья, мужик. Привет. Ага, возьмем автомат. Автомат будет получше. Нахер этот пистолет. Так, где-то собака. Я тут потею, как свинья. Собак я не люблю. Блин.
Сейчас мне здесь секет. А. Привет. Где эта собака? А. Сраная жара. Тихо. Меня здесь нет. Привет. А вот и собака. Лиза, я здесь. Хорошо. Так. Лиза, ты где? Надо обыскать. Шкура собаки. Бабло. Лиза. Все будет хорошо, Лиза. Их больше нет. Ты в безопасности. Ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Сбежала. Когда доберемся. Она сбежала. Джейсон. Ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Так, чё? Миссия выполнена. Так. Что здесь у нас? Давайте выполним контракт. Так. Здесь еще что-то лежит. Так, машина есть. Так, нам надо идти. А, о, вот машина.
лекарства у меня полные. Так, цветочек. Оба, 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 меня здесь нету. Показалось. Холодное пиво. Это будет неплохо. Так, надо обойти. Иди-ка проверь. Жопа мира. Звук оттуда шел. Жуки. Мясо разделаю. Я устал от этого места. И сестры вообще на нем могут катиться к черту. Ну иди сюда. Долго мне ждать ты? О, увидел, наконец-то. Черт, чей это труп, а? Ну иди. Иди на разведку. Я тебя найду и убью. Скорее бы кого-нибудь за это замочить. Есть. Черт. Чуть не убили. Крокодилов нету? Блин. Ну, давай, 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 давай. Так. Давайте сходим на эту вышку.
твою мать. Какая погодка херовая. Я хочу солнышко. Так. Ладно. Поплыли. Кто здесь? Твою мать, собаки? Чё, до хера жирности будет. Ах, оба-на! О! Джекпот. Шкура тигра. Удачно. А вот и топир. А, то, что надо. Удачно заглянул. Так. Продолжаем. Идем на вышку. Ну нихуя себе! Ты говнюк! Блин! Чё, у меня шкуры пропали, да? Твою мать! Ну обидно же, ну... Да. Ладно. На этой печальной нотке, наверное, будем заканчивать. Ладно. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо. Пока-пока.